Сейчас с вами выполним цветочек, лепестки которого состоят из столбиков с одним накидом и пико. Начинаем работу с 5 воздушных петель, замкнутых кольцо. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем кольцо соединительной петлей, делаем петлю подъема и выполняем в кольцо 15 столбиков без накида. Выполняем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Завершаем работу соединительной петлей в первую нашу петлю подъема. Наша петля подъема, вводим крючок и завершаем работу. Выполняем второй ряд, делаем 3 петли подъема, 1, 2, 3. Выполняем столбик с двумя накидами в эту же петлю, незавершенный, и провязываем вместе. Выполняем 3 воздушных петли. И опять выполняем 2 столбика с двумя накидами в столбик без накида, провязанный в центр нашего колечка. Пропускаем один столбик и выполняем 2 столбика в следующий столбик. Раз столбик и 2 столбика. Провязываем их вместе. Опять делаем 3 воздушных петли, опять делаем 1 столбик, одну петельку пропускаем, вводим крючок в следующую, делаем 1 столбик и 2 столбик. Столбики у нас, напоминаю, не довязаны. Теперь видите, 3 петли образовалось, мы их провязываем вместе. Опять делаем 3 воздушных и опять 2 столбика с двумя накидами, провязанных вместе. Так мы выполняем до конца ряда. У нас с вами должно получиться таких 8 пучочков. Заканчиваем наш ряд, выполняем 3 воздушных петли. 2 столбика с двумя накидами. 1, 2. Завершаем работу соединительной петлей. Вот у нас с вами получился такой кружочек. Теперь будем вывязывать лепесточки. Лепесточки мы с вами будем вывязывать нитью другого цвета, поэтому вводим нить другого цвета. Нам с вами для того, чтобы сразу следующий ряд начался с нити другого цвета, нам эту петельку нужно будет подраспустить одну и уже провязать ее нитью другого цвета. Вот следующий ряд уже у нас, видим, да, начался с нити более светлей. Выполняем 4 воздушных петли. 1, 2, 3, 4. Закрепляемся столбиком без накида. И
переворачиваем наш образец, выполняем 2 воздушных петли, выполняем пико из 3 воздушных петель, 1, 2, 3, закрепились соединительные, и под нашу арку выполняем 5 столбиков с одним накидом, на верхушке которых у нас будет пико. Выполняем. Напоминаю, выполняем все это по изнаночной стороне. 1 столбик с накидом, пико из 3 воздушных петель. 2. 3. 4, и последний столбик 5, и пико из 3 воздушных петель. Напоминаю, это мы выполняли с вами по изнаночной стороне. Работу переворачиваем. И сейчас мы будем вязать по лицевой стороне, под вот эту нашу арку. Под эту арку мы с вами вяжем 5 столбиков с одним накидом, на конце с пико. Вывязываем. 1. И пико из 3 воздушных петель. 2. Три, четыре, и 5. Далее выполняем столбик без накида. Опять завершаем пико из 3 воздушных петель над этим столбиком. И делаем соединительную нашу верхушку 2 столбиков. Вот сюда. Закрепились. Вот у нас с вами получился такой лепесточек. Выполняем следующий лепесток. Делаем 4 воздушных петли. Закрепляемся столбиком без накида. Работу переворачиваем. Теперь делаем 2 воздушных петли. Пико из 3 воздушных петель. И 5 столбиков с одним накидом, на верхушке которых у нас будет пико из 3 воздушных петель. 1 столбик. Пико из 3 ВП. 2 столбик с пико. 3. 4 и 5. Пико из 3 воздушных петель. Напоминаю, мы это выполняли с вами по изнаночной стороне. Теперь работу переворачиваем. И выполняем 5 столбиков с одним накидом на конце с пико под вот эту нашу арочку. Выполняем. Сделали накид.
Исполняем. Раз. Пико из трех воздушных петель. Два. Пико из трех воздушных петель. Три. Четыре. И пять. Теперь выполняем столбик без накида, пико и закрепляемся соединительной петлей. Вот у нас с вами готов уже и второй лепесток. Продолжаем работу также. Делаем 4 воздушных петли и делаем так 8 наших лепесточков. Раз, два, три, четыре. Столбик без накида. Работу переворачиваем и продолжаем так дальше. Мы с вами выполнили 7 лепесточков. Наш цветок почти готов. Выполняем последний, 8 лепесток. Отогнем наши лепесточки соседние, чтобы не мешали. Выполняем 4 воздушных петли. Раз, два, три, четыре. Закрепляемся столбиком без накида. Работу разворачиваем и вяжем по изнаночной стороне нашего цветочка. Делаем 2 воздушных петли, пико, теперь выполняем 5 столбиков с одним накидом, над каждым у которого пико из 3 воздушных петель. Раз, два столбика с пико. Три столбик с пико, четыре и последний наш столбик, пять. Подчеркиваю, повторюсь, мы все это выполняем с вами по изнаночной стороне нашей работы. То есть видим, да, это обратная сторона. Работу переворачиваем и выполняем 5 столбиков с одним накидом и пико. Вот нашу вот эту арочку с вами. Опять листочки убираем, чтобы нам не мешали, и выполняем. Раз и пико. Два. Три пико, четыре пятый столбик с одним накидом у нас последний, и теперь выполняем один столбик без накида в эту же арочку и тоже с пико. Выполнили. Теперь закрепляемся соединительной петлей. Работа завершена. Цветочек у нас связан. Расправляем наши лепесточки. Вот тут у нас такой получился цветок с вами. Кучерявый. Объемный, кучерявый. Так он выглядит с изнаночной стороны.
Абсолютно такой же цветочек вы можете выполнить, заменив на нижней стороне лепестка столбики с одним накидом, заменить на столбики без накида. У вас получится менее кучерявый цветочек, но тоже очень красивый. Еще раз повторяю, вот эти столбики с одним накидом вы заменяете просто на столбики без накида, тоже с пико. Видим, получился вот такой цветочек. И еще один вариант. Вы можете не провязывать пико, когда вяжете столбики с одним накидом на арке из трех воздушных петель по правой стороне, по лицевой стороне вашего цветка. То есть вы оставляете вот эти столбики, только на них не провязываете пико. У нас получится вот такой цветочек. Вот эти столбики, вот они же без пико. Творческих вам успехов!